Теперь авиакомпании могут официально вместо денег выдавать ваучеры за отмененные рейсы. В правительстве России приняли постановление, которое позволяет перевозчику изменить условия договора, а именно дату полета, пункт назначения или поставить вместо прямого перелета маршрут с пересадкой. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Постановление действует на авиаперелеты, которые отменены из-за распространения коронавируса.